приветствую вас на канале «Сад и огород». Хотите узнать, как получить в домашних условиях большое количество рассады бархатцев без земли? Тогда присоединяйтесь. Популярнейшими цветами, которые можно видеть не только на приусадебных участках, но и на городских клумбах и даже в ящиках на балконах, являются бархатцы. Эти декоративные растения, называемые в народе чернобривцами или турецкой гвоздикой, заслужили любовь цветоводов благодаря своей неприхотливости в уходе. Для раннего цветения культуру принято выращивать рассадной методикой. Обитателей городских квартир, желающих украсить свой балкон бархатцами, наверняка заинтересует оригинальный способ получения рассады без земли. У бархатцев есть немало преимуществ перед другими цветами, выращиваемыми на приусадебных участках и клумбах. Они весьма декоративны. Лепесткам присуща яркая окраска, изменяющаяся от лимонного до багряного оттенка. Существуют и сорта двухцветных чернобривцев. Помимо декоративности, эта культура характеризуется неприхотливостью в уходе, нетребовательностью к качеству грунта. Кроме того, она не нуждается в частых поливах. Еще одним достоинством цветка является наличие у него необычного аромата с пряными нотками. Он очень не нравится вредным насекомым. Высадка турецкой гвоздики на участке – отличный способ отпугнуть от него вредителей садовых и огородных культур. Для получения большого количества саженцев-бархатцев в одной емкости, большой пластиковый стакан, помимо семян потребуется запастись полиэтиленовыми пакетами 2-3 штуки, туалетной бумагой 2 рулона, перекисью водорода, концентрация 3%, 2 столовые ложки и водой. Сеют цветы на рассаду по этой методике следующим образом. Расстилают на столе сложенный вдвое полиэтиленовый пакет. Поверх него выкладывают в 3-4 слоя туалетную бумагу. Увлажняют бумагу раствором перекиси водорода. 2 столовые ложки на 1 литр воды. Проделывают манипуляцию, пользуясь пульверизатором. Раскладывают на влажной бумаге, отступив от края 5 мм, семена бархатцев. Каждое семечко размещают параллельно соседу, черным носиком вниз. Между семенами выдерживают расстояние в 1 см. Пакет с разложенными на нем семенами аккуратно и неплотно скручивают рулетом. Получившуюся рыхлую скрутку устанавливают в большой стакан вертикально. Край с семенами должен смотреть вверх. Предварительно в емкость потребуется влить воду. Заполняют на 1 см. На стакан с рулетом внутри надевают целлофановый пакет, создавая для посадки тепличные условия. Оставляют емкость с семенами в хорошо освещенном и теплом месте. При этом способе выращивания всходы должны будут проклюнуться на 4-5 сутки. После того, как появятся все ростки, пакет со стакана снимают. Потребуется отслеживать, чтобы в емкости всегда было немного воды. Это предотвратит пересыхание бумаги. Если все сделать правильно, семена получат достаточное для роста количество влаги. Спустя 3 недели после посева семян рассада бархатцев будет готова к пересаживанию на клумбу или в ящик с землей на балконе. Преимущество этой методики выращивания в том, что корни сеянцев не травмируются при пересадке. Рассада легко извлекается из бумажной скрутки. Чтобы такие рассадные растения быстрее расцвели, опытные цветоводы советуют спустя 2 недели после посева семян раскрутить рулет и насыпать внутрь немного плодородного грунта, а затем вновь свернуть скрутку и вернуть ее в стакан. Благодаря этой хитрости цветы начнут распускаться через 10-14 дней после пересадки их на клумбу.